Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня для любителей криптомонет и заработка без вложений на обзоре новый букс. Называется Coin Farmers, как-то так. Значит, похож он на криптовин. Ну, здесь идет статистика, это все как бы, тут ничего такого нет. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, email, биткоин, адрес, два раза пароль. Нажимаете зарегистрироваться, после чего идете на почту. И нужно подтвердить адрес электронной почты. Пока не подтвердите, в кабинет не дадут зайти. Нужно подтвердить почту, но это уже сами. Начинает у меня виснуть. Так, логин. Вход по логину и паролю. Юзернейм. Довольно-таки неплохой загрузится. Логин, пароль, разгадали капчу и входим в кабинет. Значит, здесь наша домашняя страничка. На балансе у меня 26 биткоин-сатошков. Минимальный вывод отсюда от 10 биткоин-сатош. Я только что зарегистрировалась, зашла на кран и... серфинг. Сейчас я вам все покажу. И у меня уже набралась минималка на вывод. Вот. Я зарегистрировалась 10 числа. 10 мая. Значит, что? Домашняя страничка. Earn заработок, да? Кликаем. Это, если хотите инвестировать, я ничего сюда не буду инвестировать. Значит, сами посмотрите. Уже на свой страх и риск. Кран. Кликаем сбор. Один раз в 15 минут. От 1 до 6 сатош. Я сделала один сбор на кране. И мне дали 6 биткоин сатошиков. Сейчас посмотрим второй раз, сколько дадут. Сейчас вот все грузит. Разгадываем капчу, кликаем. Здесь все очень быстро. Это у меня просто, друзья, вот на видео так все грузит. Да так все это, конечно же, в разы быстрее все. Корова. И вот на синюю вкладочку. И сейчас покажу, сколько дали. 2 сатоши дали. И пошел таймер. Через 15 минут можно опять зайти и сделать
claim. Значит, далее. Так, это у нас что здесь таймер? Полса сюда еще не сходила. Одна сатоша. Одну ду. Да я не знаю, что это такое. Ладно, заработок на серфинге. BFADS. И вот здесь от 4 биткоин сатошиков я просмотрела. Оставила 2 рекламки на видео. До 2 сатош. Значит, кликаем. Перебрасывает на страничку. И опять идет загрузка. И вот вверху идет шкала. Все это довольно-таки быстро загружается. Разгадываем капчу. Что у нас здесь корова? И на синюю. Все, вот видим, да? Зачет. Закрою вкладочку. Последнюю рекламку я потом просмотрю, чтобы видео не затягивать. Но и так уже затянуто. И серфинг. Здесь по одной сатоши. Одну я рекламку просмотрела. Значит, кликаем. Вот на синюю go. И вот здесь идет отсчет таймера. Можно вернуться. Видим по 5 секунд. Также раскатываем капчу. Жираф. Все. Зачет. Так. Далее короткие ссылки, афервал. Здесь я не буду зарабатывать, вы же сами посмотрите. Здесь реферал контент. Лотерея, ну здесь больше как бы такого нет. Депозит, как я уже сказала, на свой страх и риск, здесь тоже ничего такого нет. Дашборд, возвращаемся на домашнюю страничку. У меня на балансе стало 31 биткоин сатоша. Опускаемся ниже. Здесь на зеленую кликаем. У нас находится реферальная ссылочка. Кому надо, копируем и делимся с друзьями. Здесь сеттинг, вывод. Здесь можно будет менять поинты. Вывод у нас. Значит, на Faucet Pay. Комиссии 0. Адрес я брала. Депозитный счет от Faucet Pay. Но потом это посмотрим. Так, ну и что? Так, Faucet Pay. И все. Только дело все. Вот впервые ставлю на вывод. Будем выводить. На синенькую вкладочку. Все. Отправлены. Зелененько, значит, должны монетки прийти. Идем на Faucet Pay. Вот здесь я брала
адрес, вот LinkedIn-адрес, и я брала на домашнюю страничку. Спускаемся ниже. Пожалуйста. Coins Фермерс. Этот 31 биткоин Сатоша. 10 мая. Согласитесь, неплохо. Кому интересно, друзья, работайте, зарабатывайте. Пока минималка не завышена. Я думаю, 10 биткоин Сатошиков. Зашел, отсмотрел видео эти. Вот, и минималка уже набрана. Да и на кране. Вот. Я думаю, поработать можно и нужно. Ну, а вы же смотрите сами. Вот такой вот бук. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!